Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вот мне заказали вот такой топор для похода, чтобы могли они с собой взять. Ну, а есть у меня, конечно, поменьше весом, 800 граммов, здесь кило 100, кажется, если я не ошибаюсь. Но очень удобный топор, легко держать в руках, удобный, не скользкий. Я кожу обшил, например, овчиной кожей. Вот. У меня были заказы, какой вот по нему сделал я, какой он хотел. Вот. С другой стороны тоже. Вот Дагестан. Это топор пойдет хозяину на днях. Отправлю. Давайте сейчас сначала я испытание проведу, тест проведу, посмотрим, как что и себя она проведет и что покажет себя. Так. Где-то. Давай проволоку возьмем, катинка. Вот катинка шестерка. Нет здесь у меня. Попробуем шестеркой. Что-то ниже сделаем. Вот, смотрите, где-то. Вот, конечно, удары хорошие. Так. Топор с вида я не убираю. Вот. Ах ты! Не поломаешь так просто. Вот так вот. О, поломал. Вот, смотрите, я тут думал, почти до конца порезал, но все равно чуть-чуть осталось. Ну, это очень даже крепкий металл, так что вы не думайте, она давно у меня где-то валялась, кажется, и нормально. Сейчас давайте топор посмотрим, топор. Вот где пальцы есть, вот со стороны этого места грязный, вот видите, грязь с этой стороны, жало абсолютно целое. Видите? Так что ничего не стало. Это не обращайте внимания, по бокам это грязь. Давайте еще раз вот здесь профиль лист я пробил другим этим, что порубим ее. О, ух ты! Даже вот здесь баллашку порубил. Не только это. Чуть-чуть наискось пошел, вот обратите внимание, как порубил. Вот. Она даже отлетела. Вот гладко, как по маслу прошла. Так, давайте посмотрим сейчас топор. Вот видите, как жало целое, ничего не стало, тест прошел. Это по бокам вот это есть, это то, что от нее отошло, а основное лезет, ох ты. Чуть не порезал. Основное лезвие целое. И салам алейкум еще раз. Это пойдет куда? Карата Ахвах. Так что Ахвах сила. Топор идеальный. Пользуйся на здоровье, брат. Я вам гарантии даю. Точить редко придется. Ну, очень долго. Только вы. Если по назначению будете пользоваться, кости рубите сколько хотите, рога можно рубить, рога тоже очень крепкие, мясо и так далее, дрова или по любой вещи, да, можно ее с собой взять тоже, поход взять, но чуть для похода чуть-чуть тяжеловато она, но для похода тоже можно взять ее. Так что сейчас, да, мы бумагу резали, сейчас порежем бумагу, посмотрим, что она из себя поставит, покажет, представит. Вот видите? Видите, да? Видишь как? Вот. Она прежит. Пойдет. Ну, ребята, я согласен, что так тоже режет она хорошо. То корень 9, я в каждом видео, в каждом месте говорю, не рубите металл, пожалуйста, не надо портить, я могу, я испытаю, я все сделаю, я вам отправляю в хорошем этом качестве. Так что вам не стоит ее портить. Ну, вы знаете, как бьете, вы бьете по каленым вещам, заморозы и так далее, подобное. Я видел один, бил топор об топор, там мне ролик высылает обратно, что мой выдержал и не выдержал, там за усенцы стало. Конечно, не надо так издеваться над моим работой. Уважайте, цените мой труд тоже. Если вам нужен точить или что-то делать,
Я вам подскажу, как точить. Или я могу привезти, ну, отправить ко мне, сам поточить могу. Проблем нету. И не перегревайте, пожалуйста, когда будете, если вдруг придется точить, но ну, навряд ли вам долго придется точить, не перегревайте. Это на водном основе медленно вращается круг, и на водном основе точится она. Для чего? Для того, чтобы эта закалка сохранилась. Ладно, всех благ, что-то много я заговорился. Ассаламу алейкум, ещё раз. Берегите себя, берегите близких.